Что нужно для того, чтобы ребенок начал говорить? Первое. Нужны игры на дыхание. Нужны игры на развитие мелкой моторики. Ну и, конечно же, нужны игры на запуск речи. Где взять эти игры? Сейчас расскажу. Для вас я подготовил акцию-подарок. И действует эта акция ровно 24 часа. Поэтому не упустите возможность и обязательно ею воспользуйтесь. У меня есть три видео. Видео номер один – это игры на дыхание. К этому видео прилагается вот такой вот методический чек-лист с подробным описанием игр. Второе видео – это игры на развитие мелкой моторики. К нему тоже прилагается вот такой вот чек-лист. И третье видео – это игры с нестандартным реквизитом на запуск речи. И эти вот три видео вы получите абсолютно бесплатно при покупке любого пакета моего онлайн-курса «Играем с детьми от 1 до 7». Акция уникальная, действует 24 часа. Переходите по ссылке в моем профиле, выбирайте любой пакет, и вы абсолютно бесплатно получите три подробные видео-лекции, где очень много практики, а это игры на дыхание, на развитие мелкой моторики и на запуск речи. Редактор